Вопрос номер два. Каждый день, вы мне вот не поверите, но каждый день я получаю фотографии с собаками. И, ну, это хорошо, это в принципе замечательно. То есть мне люди вот говорят, что вот мы приобрели такую собачку, нам подарили такую собачку, мы где-то нашли такую собачку. И большинство этих фотографий не просто хвастаются, когда просто мне люди вот делятся со мной то, что вот у них есть животное такое, сейчас завело семью. Это замечательно, это хорошо. Я радуюсь искренне вместе с ними. Мы пытаемся решить какие-то вопросы. Но вот что мне не нравится в этом вопросе, то, что много людей задают мне такой вопрос: а скажите, какая порода у моей собаки? Ну, у меня, в принципе, сразу же встречный вопрос: а для чего вам нужно знать породу вашей собаки? Я вам сразу всем вот сейчас, отвечая на этот вопрос, скажу вот такую вещь. Больше не задавайте мне этот вопрос, хорошо? Если вы не знаете, какая порода у вашей собаки, значит, соответственно, у вас нет документов на это животное, да? То есть нету родословной, в которой написано, какая это именно порода. А соответственно, это просто ваш друг. Я не знаю, какая порода у вас, вашей собаки, если у нее нет родословной. На кого бы она там... Вы можете считать вот кто угодно. Если там важно мнение других людей, да, вот для меня, например, не важно мнение других людей, какой расы там или какой национальности мой друг, да. Вот точно так же я, собственно говоря, и с собаками. Если нету родословной, значит, соответственно, у вас просто друг ваш. То есть вы можете смело отвечать на этот вопрос, если не знаете, что ответить, какая порода вас спросят, да. Ну, здесь вы можете слукавить, например, если ваша собака похожа на лабрадора, да, если вам так будет комфортно, хорошо, вы можете сказать: у меня лабрадор, да, там, можете сказать, там, 100% бабушки, там, придумать какое-то имя для себя и жить с этой легендой, да, если вам так проще. Вот, если не проще, то можете просто отвечать: у меня порода друг. Вот и все, собственно говоря. А по фотографии, ну вот как я могу определить по фотографии? Я не знаю ни рост, ни вес собаки, не знаю, да, там, ни какие-то данные об этом животном. Породную линию, то есть параметры, там, промеры, все породные линии собаки, вы можете посмотреть в интернете, это в открытом доступе находится информация, то есть и оценить вид своего животного самостоятельно, не прибегая к моей помощи. Мое мнение такое, что если у вас нет документов на собаке, значит, у вас собака породы друг. Все, я надеюсь, ответил на этот вопрос, и у нас больше этих вопросов с вами возникать не будет. Дружите, любите свою собаку, вне зависимости от того, какой она у вас породы.